Итак, как говорится, всем доброго времени суток. Вот. Все-таки я зашел на сервер ру Творец онлайн. Роман Александрович зиму поставил, обновил сервер, и я смог зайти. Слава богу. Ну, такая вот ситуация. Так. А где моя машина? Я не знаю. Она куда-то, этот БТР куда-то. Либо туда. Убежал. А, видимо, после обновления сервера, может быть, вообще в ноль ушло. Так, что у нас там с патронами? Так, печенек. Ой. 55 патронов, да? 5 патронов. Бля. Так, а у нас есть вот так вот. Вот так вот. Сделаем вот так вот, перезарядимся. Угу. Все. И еще обоймочка есть у нас. Нормально. Так. В общем, это я метку там ставил, никто уже не помнит. Да, вроде как Андрон 1709, да? А что там за метка? Сходим, посмотрим. На карте надо посмотреть. Ой, зима. Ой. Непривычно, белая карта. Так. А я где? Вот честно скажу, парни, когда долго в игру не играешь, забывается все. Что, как, зачем, куда, для чего, почему. Я себя найти не могу на карте. Где я? Так, а метка. А, подожди, так. Короче, ни хрена не понимаю. Где-то здесь, недалеко от Кумбрны. А, подожди, я ж на северах был. Где-то здесь я был. И где-то вот на этой дороге я машину потерял. Или, а, вот на этой дороге я машину потерял. Вот он. Нет. В общем, сорян, я еще выпил сегодня немножко. А, вот, me, это я, да? Да, это я. По-английски типа me или me, или be. Да, вот на этой дороге я машину, ну как, произошел какой-то сбой на сервере. Меня откинуло, выбросило куда-то. То есть на дороге я остался, а машина у меня пропала. И потом я не мог зайти 2 недели на сервак. Ну, думаю, машину искать уже бесполезно. Бля, пешком-то бежать далеко. Бля, это просто дичь, как далеко бежать пешком. Ося, блядь. Ой. Да. Так, а метка. Почему она здесь не отображается? Или я просто тупо не вижу ее? Ну, слепой уже стал, не вижу ни хрена. А, не, вот она. А, ну правильно, да, я метку оставил, то, что вот здесь вот машина была. БТР здесь был. Так, а как метку убрать-то, я уж не помню. О, Y. Оставить как? На Y убрать? Оставить? Вот, я говорю, долго не играешь, все забываешь. Как что делается?
Не, ну, пешком бежать, это... Вообще-то я приехал сюда на БТРе, чтобы поохотиться на... А чё небо такое розовое? Жутковато как становится. Ага. Ладно, у меня одежда такая нормальная, что я не мерзну. Потому что я эту одежду покупал на скалистом острове. Она как мало износится и теплая, в принципе. А пробегусь туда, а, подожди, я ехал оттуда. А вдруг БТР там стоит? Да, думаю, вряд ли, потому что обновление. Нет, обновления не было, а было это, как ее. Я не знаю, что было там. Что там Рома нахуй вертел? Ну, что тут нахуй вертел? Но обновление сервера. Вайпа не было. Но обновление сервера влияет на некоторые эти самые вещи, которые были брошены, там, допустим, шмотки валялись, там еще что-то, машины какие-то стояли. Могло все это кончиться. Ладно, пьем кофе. Бля, ну мишку убью, и чё? Ну, рюкзак у меня на 300 слотов. Ну-ка, сейчас посмотрим. Так. Так. А, пустой. Ну, мясом забить можно. Бля, пешком тащите всю эту хрень. Ебанешься, блин. Далековато, блин. Так, и что нам делать? Короче, машина могла только сзади остаться. Пойдем назад. Сбегаем. Надо начинать всегда сзаду. Желательно с женского. Посмотрим. Да, я ехал по этой дороге. Бля, ребята, это было почти 3 недели назад. Ну, зимой красиво, тоже красиво, да? Ой, я думал БТР. Это у нас текстурка. Да, вот я помню, что мы ехали вот так вот, вот так вот. Я ехал, мы ехали. Мы с БТРом ехали вот так вот, вот так вот. Да, вот здесь я поднялся по этой дороге. Ага. Да не, БТР не надо искать, я думаю, бесполезно, потому что... Потому. А почему? А потому. Кстати, грибы тут можно поискать, да? Не, ну грибы вообще-то, в принципе, должны быть. Такой чудесный вечер был.
Так, ну и что нам делать? Черт побери, без техники остался. Сейчас, секунду. На секундочку зайду сейчас. Так, извиняюсь, на секундочку тут пришлось оторваться. Так, короче, Склифосовский. Штаны карго, блядь. Я что-то это немножко растерялся из-за того, что у меня БТРа нету, во-первых. И ладно, хрен с ним, БТРа нету. Как нету, хрен с ним. Нифига себе, денег-то стоит дофига. Ну, даже дело не в этом, что он дофига денег стоит. Дело в том, что мне теперь назад бежать-то, блядь, через всю карту, блядь. Ебануться можно, блядь. А я за медведями сюда приехал на машине, чтобы найти медведя, убить там, мясо сложить, отвезти на плотину, блядь. А остался без машины. В рюкзаке я много не унесу. Даже если одного медведя я тут смогу завалить. Хотя в рюкзак-то влезет, наверное. Не знаю, там две шкуры с него получается. Не влезет. Ну, блядь, я без колес как без рук, блядь. Я по жизни все время на колесах, блядь. А тут, блядь, в игре, блядь, без колес остался. Ебать ту Люсю, блядь. Роман Александрович, мать вашу, идти, блядь. Подстава, блядь. Ну, не тебя, конечно, конкретно. Ну, блядь. То есть мне вот отсюда надо бежать, блядь. Либо на Зеленая гора ближе будет. Блин, на этой карте вообще все плохо так видно. На зимней. Вот Кумырно, да? Кумырно, да. Кумырно. Так, а Зеленая гора у нас где-то вот здесь вот, да. Вот она, Зеленая гора. Блять, тут еще этот, блядь, аэродром, блядь. Да ну нахуй, пешком не пойду, блядь. Буду ждать пацанов. Может, кто-нибудь за мной приедет.
Не, ну это грустно, да. Приехал на машине из-за того, что какая-то проблема была с сервером или там со связью, я не знаю, с чем. Что-то. У меня хуяк. Я оказался на дороге один, без машины. Вот, и мне грустно. Черт побери. Будем надеяться на милость админа. Творец. Может быть, хотя бы какую-нибудь Жигулюшку даст или УАЗик там, чтобы доехать хотя бы. Ну, типа, я верну назад этот там технику любую. А мы с ним как-то снимали, что там какой-то мод появился, что там мотоцикл BMW. Опа, фонарик. А, без батарейки. Ну ладно. Вот. Мотоцикл BMW с люлькой. Вообще крутая тема. Если кому интересно, можете на моем там канале посмотреть. Выкладывал я маленький ролик там. Мы на Зеленой горе, кстати, его тестили там. Ну, он не ехал, но он красиво выглядит. Мишка! Может, его надо привлечь? Домик какой-то. Пойдем посмотрим, сходим. Ну, как-то вот так вот. Боже, ну зима красиво выглядит. Мне нравится. Так, подожди. А судя по карте... Справа у нас восход. Ну да, получается так, да? Утро, значит. Что-то я не совсем сориентировался. А вот это я бегу, да? Так, подожди, а где домик? А почему его на карте нету? Может, должен быть здесь где-то, да? А, вот он, домик стоит. Я говорю, карта вот зимняя, она прям такая пустынная. Ну, в смысле, светлая, и на ней мало чего видно. Так, значит, я бегу вот сюда, на восток. Все понятно. Вот этот сарайчик стоит, домик. Вот он, да. Вот он. Значит, у нас утро. То есть, ребят, если у нас восток, ну, для тех, кто не понимает, как Пупкин говорит, у меня, говорит, топографический кретинизм. Вот. Справа восток, слева запад, впереди север, а сзади юг. Вот. Солнце у нас движется с востока на запад. Вот туда вот. Ну что, проверим, что тут у нас есть. Может, пожрать там что-нибудь. Херно, сейчас посмотрим. Да, тут никто не живет. Двери открыты, наверное. Рюкзачок. Пустячок. Пустой. И тут, походу, ничего не найдем вообще. Тут уже все похоже. О! Хе! Нормуль. Шапка. Ч
Что за винтовочка у нас тут? Пятизарядная винтовка со скользящим затвором. 7,62-54. Мосинка. В принципе, ее можно взять на продажу, но она копейки стоит. Не, не буду брать. Лишний груз нам не нужен. Так, кстати, да, вот по поводу Востока и Запада хотел сказать, что именно наша страна, Россия-матушка, которая всегда находится под солнцем. У нас Извиняюсь. Так, ладно. Да. Вот мысль потерял. Да куришь у меня тут что, название по телефону. В Дискорд не может зарегаться, блядь. Бля, это пиздец какой-то. А это что такое у нас? Просто навес. Просто навес. Дровяник. Понятно. Ага. Ну тут мишки могут и появиться, да? Так, а я смогу вот, вот так вот сделать? Высоковато. Я просто сейчас мысль такая в голову тыкнула. А какого хера я зимой медведя ищу? Они же в спячке, блядь. Черт побери, блядь. Что-то солнце у нас никак не хочет вставать. Оно что-то висит на одном уровне. И висит. Или я неправильно... Ой, оно вообще, походу... Нет, оно как бы... Да нет, восток. Да, вот север, север. Север наверху. Фу, бля, вообще пиздец, бля. Да.
Ладно, ребят, пока запись я остановлю. Вот, потом продолжу. Запись приостановим, а потом продолжим. Альтов.